Добрый день. В эфире телеканала «Югра». Новости. С вами Дмитрий Пришвицын. «Югра» присоединилась к всероссийской акции «Без срока давности». На днях в десятках регионов открылась выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта. В Пытьяхе выставка открылась в Центре подготовки граждан к военной службе. Здесь представлены архивные документы, которые подтверждают, что нацистская Германия планировала истребить и поработить все население Советского Союза. Цель проекта – сохранить историческую память о трагедии мирных жителей. Эта выставка представляет документы и фотоматериалы, которые, собственно говоря, еще нигде никогда не публиковались. Они хранились в архивах. Они опубликованы сейчас как бы вот в 23 томниках. Сейчас по всей России проходят вот такие вот выставки, где мы как раз знакомим с этими документами, представленными государственными архивами и региональными архивами. Студент Сургутского госуниверситета Александр Липинских совместно с коллегами разработал программу для диагностировки заболеваний вен по фотографии. Его проект стал победителем всероссийского конкурса «Умник» и получил грант в размере 500 000 рублей. Разработку сургутского студента планируется реализовать в двух вариантах. В виде мобильного приложения для граждан и прибора для клиник. Врач будет загружать в программу МРТ снимки ног пациента, а нейронная сеть на основе анализа снимков выдаст квалифицированный диагноз и заключение, нужно ли в конкретном случае хирургическое вмешательство. Пациент может также загрузить МРТ-снимок в мобильное приложение, но для него это не очень актуально. Он также может загрузить обычные фотографии ног, и приложение выдаст ему либо направление к врачу, либо заключение, что у него все хорошо. Разработка Александра заинтересовались и в руководстве региона. Наталья Комарова во время онлайн-встречи с научным сообществом отметила его наряду с другими перспективными проектами молодых ученых. Давайте подумаем, привлечем мы еще молодых людей. И на наших площадках, ну, в Сургуте, например, создается индустриальный парк, заняться тем, чтобы создавать и оборудование, которое требуется для внедрения этой научной разработки. Заодно и самовоспроизводиться будем за счет коммерческой деятельности. Кардиохирурги Югры спасли жизнь пациенту из соседнего региона. Жителю Ноябрьска диагностировали расслоение аорты. Это смертельно опасное заболевание сердечно-сосудистой системы. Пациенту требовалась экстренная операция. На Ямале подобных не проводят, поэтому его бортом санавиации доставили в наш округ. Здесь здоровьем 62-летнего ямальца незамедлительно занялись специалисты окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Кардиохирурги провели сложнейшую операцию на аорте. Теперь жизни пенсионера ничего не угрожает, и он готовится к выписке. Я поехал на работу, водителем работаю, и мне такой удар вот место. Почувствовали боль в груди? Удар, да? Удар, не боль, я удар услышал. Боль и удар. Я вообще ранился. Я сам себя сжал, чтобы не упасть. И ребята подскочили, быстро посадили. Ну, сколько? Ну, минут 3 прошло, скоро прилетело. Машину положили, все, больше ничего не помню. То есть очнулись уже, в общем-то, прооперированы, да? Да, да, в принципе. Сам... Как у вас сейчас самочувствие? Да, никуда, как живой. Как живой? Умные города, искусственный интеллект и цифровая трансформация в условиях пандемии. Эти и другие направления обсудят на полях 12-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Подготовку к событию обсудили накануне на заседании оргкомитета. Сам форум пройдет в июне в смешанном формате. То есть большинство событий пройдут онлайн, однако некоторые все же удастся провести очно. В Ханты-Мансийск приедут эксперты, модераторы и представители крупных IT-компаний. Также планируется расширить список стран-участников. Приглашение уже отправили 25 иностранным государствам. По мнению организаторов, такой смешанный формат форума позволит увеличить численность как участников, так и зрителей. С учетом эпидемиологической ситуации в этом году предлагаем смешанный формат проведения мероприятий. Максимум мероприятий программы форума мы проведем с вами в режиме онлайн. Причем онлайнское мероприятие предлагаем не более 1,5 часов, чтобы участникам было интересно и они не засыпали на той стороне экрана.
Свет в школах Ханты-Мансийска будет реагировать на учеников. В образовательных учреждениях окружного центра установят умные системы освещения. Обновление пройдет в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и концепции «Умный город». Обычные лампы заменят на светодиодные. Это позволит сэкономить энергоресурсы и деньги. Новые светильники смогут реагировать на движение и включаться, когда в коридорах или классах есть ученики. Помимо этого, в школах планируют установить систему, которая автоматически будет собирать данные со счетчиков потребления воды и электроэнергии. Подрядная организация ответит за ямы в Пытьяхе. После капитального ремонта прошлым летом в городе демонтировали канализационные люки и засыпали грунтом. Из-за перепада температур почва просела и образовался провал. Напомню, именно в такую трехметровую яму на прошлой неделе угодил пытьяхский школьник. Прохожие не смогли вытащить мальчика. На помощь узнику пришли сотрудники вневедомственной охраны, оказавшиеся неподалеку. Как оказалось, в заточении школьник пробыл совсем недолго. Провал засыпали в тот же день. Надзорные органы уже ведут следствие по этому чрезвычайному случаю. Как нам пояснили в управлении городского хозяйства, сейчас готовятся претензии к подрядчику по качеству выполненных ремонтных работ. Папа пояснил, что да, он ребенок в такое-то время в 6 часов вышел из школы. Сейчас есть такая система, когда ты прислоняешь пропуск, а родителям автоматически приходит оповещение, что ребенок покинул школу. И буквально 6:30 ребенка уже привезли сотрудники АВО с бригадой скорой медицинской помощи. Я пожелаю детям, чтобы они никогда не подходили к люкам и не играли возле них. Да, а то упадут. Мне еще повезло. Мы их уведомили, вот сейчас снег сойдет, мы их вызовем и пройдемся по всей трассе, где ремонт производился. Если где-то еще будет, как по весне будет видно, где грунт посядет. Если будет просадка грунта, они будут, мы их заставим в рамках гарантийного ремонта это все восстанавливать. В Нижневартовске стая собак напала на ребенка. 9-летняя девочка шла на занятия во дворец культуры. Животные набросились на нее практически у входа в учреждение. В это время девочка как раз говорила с мамой по телефону. Она рассказала, что ее окружили собаки, боится и не знает, что делать. Спас ребенка случайный прохожий Нами Калиев. Не раздумывая, он бросился к ребенку и стал отгонять животных. Но собаки к этому времени успели покусать девочку. Случай вызвал негодование многих жителей города. Люди отмечают, что собак на улицах стало очень много. Они сбиваются в стаи, ведут себя агрессивно по отношению к прохожим, в том числе к детям. По данному случаю полиция Нижневартовска проводит проверку. Очень много, особенно в летнее время, тоже бесхозные собаки, они с чипами. Ну, как вам сказать, надо как-то эту проблему решать. Это очень серьезный вопрос, я считаю. Я надеюсь, что руководители города на этот будут обращать внимание, потому что сегодня кто-то помогал. Сама маленькие дети сами себя не смогут помочь, когда вот эта стая собак. А теперь к событиям культуры. Театр обско-угорских народов «Солнце» приглашает на премьеру детского спектакля «Запретный лес». Представление по мотивам африканской народной сказки пройдет в эти выходные 13 и 14 февраля в 12:00. В новом кукольно-теневом спектакле будет много живой африканской музыки, танцев и песен. Приходите на спектакль всей семьей, чтобы узнать, что произойдет с тем, кто однажды нарушит запрет и войдет в таинственный лес. О спорте. Завтра в Ханты-Мансийске стартует первенство России по самбо. На татами встретятся спортсмены от 18 и до 20 лет. Всего в Югру приедет около 600 спортсменов со всей страны. В состав окружной команды вошли 20 спортсменов. Схватки пройдут в 8 весовых категориях у юниоров и в 8 у юниорок. Сегодня пройдет взвешивание и жеребьевка первого соревновательного дня. Там самбисты выступят в трех категориях. 53, 71 и 98 килограммов у мужчин и 47, 59 и 80 килограммов у девушек. Пройдут соревнования в Центре развития теннисного спорта до 14 февраля. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта снизилась в цене на 26 копеек. Стоимость 1 доллара сегодня составляет 73 рубля 85 копеек. Стоимость европейской валюты, напротив, выросла в цене на 3 копейки. За 1 евро сегодня предлагают 89 рублей 56 копеек. Следить за новостями телеканала «Югра» теперь можно и в Инстаграм. Имя аккаунта на ваших экранах. А у меня на этом все. Увидимся на телеканале «Югра».